Говорит командор. Завершающий брифинг. Наши аналитики докладывают, что интенсивность звездного ветра многократно увеличивается. И до перехода звезды в сверхновую остается от 10 минут до 1 часа. Действуем слаженно, быстро и согласно планам. Еще раз предупреждаю о недопустимости использования ракетных установок, а также о запрете на прямую атаку Конанга. Если у кого-то остались вопросы, то самое время их задать. У меня все. Состояние звездного ветра стабильно увеличивается. Прогнозы подтверждаются, командор. Хорошо. Начинаем операцию. Сокол-1, приступайте к разведке. Барракуда-1, 2 и 3. Подготовиться к вылету. Принято, командор. Вылетаю к последнему месту связи группы разведки. Принимаю сигнатуры скафандров группы разведки. Готов к передаче данных. Медотсек, готовьтесь к процедуре удаленного восстановления жизненных форм. Медотсек готов, командор. Начинайте передачу. Сокол-1, инициируйте процедуру. Медотсек готов. Начинаю. Первый восстановлен. Медотсек готов к следующей операции. Сокол-1, инициируйте процедуру. Медотсек готов ко второму. Вторая сигнатура принята. Готова к следующему восстановлению. Сокол-1, инициируйте третий пакет и начинайте обзор местности. Третий принят. Медотсек переводится в штатный режим. Всех троих ко мне на мостик для доклада. По завершении медосмотра сразу направим к вам. Здесь ничего не видно. Никаких признаков станции. Продолжать поиск Сокол-1. Разведгруппа подтверждает личность Конанга. Ищите станцию, она должна быть крупной. Наличие станции не подтверждаю. Много осколков руды. Станции не наблюдается. Продолжаю поиск. Обнаружена часть бронемалого судна. Окраска повторяет гербовые цвета королевства. Боевых повреждений не обнаруживаю. Выглядит так, как будто разбирали. Сокол-1. Вы, вероятно, уже близко. Приступить к облету центрального астероида. Барракуда-1, 2 и 3. Подготовиться к выходу. Скорость звездного ветра скачкообразно повысилась. Еще одна такая вспышка и будет сверхновая. Командор, у нас максимум 15 минут. При
Принято. Открыть шлюз. Барракуды на вылет. Занять позиции за главным астероидом. Ожидать команды. Помните, Конанг должен быть захвачен в целости и сохранности. Так точно, командор. Барракуда 2 и 3. Занять боевой порядок клином по фронту. Следовать за мной. Занял позицию. Барракуда 3 на месте. Барракуда 1, начинайте вести. Говорит Сокол 1. Вижу космическую баржу. Фронтальная раскраска соответствует королевским. Передаю координаты. Он разобрал станцию и сделал корабль. Он нас заметил. Он улетает. Барракуды, начинайте перехват. Стрелять только по двигателям. Повторяю, только по двигателям. Сокол 1, возвращайтесь. Капитан, полный вперед по координатам цели. Выполняю приказ. Барракуда 3, выполняю. Барракуда 2, выполняю. Начинаем маневр преследования. Экипажу, подготовиться к боевому маневрированию. Скорость звездного ветра опять усиливается. Исходя из прошлой вспышки, моделирование прогнозирует переход сверхновую через 7 минут. Всем кораблям, отмена операции. Возвращаемся немедленно. Да нет! Командор, у меня прямое попадание метеоритом по двигателю. Я не успею вернуться! Так, ясно. Сокол 1. Единственный шанс выжить — закрепиться на корабле Конанга. В левом бардачке вы найдете автомат и магазины. Но ни в коем случае не должны вступать в прямой контакт. Ни в коем случае не должны нанести вред. Но вы же сами все прекрасно понимаете. Как поняли? Яснее не бывает. Начинаем маневры. Кстати, что с модулем самоуничтожения? Лично я считаю ваше задание выполненным. Модуль отключен. Постарайтесь себя не обнаружить. Капитан, постарайтесь подойти как можно ближе. Задействуйте все резервы. Оставить энергии только на 2 гиперпрыжка. Выполнять. Есть, командор. Всему экипажу подготовиться к гиперпрыжку. Активировать личные фонари. Быть готовым к отключению освещения. Энергия вторичных систем будет отключена. Капитан, и медотсек в том числе? Да, медотсек тоже. Захват отменяется. Командор, моделирование ситуации показывает, что звезда взорвется через 4 минуты. Капитан, необходимо подойти на точку открытия червоточины в зону королевства перед кораблем Конанга, а также открыть червоточину для себя. Успеем?
Должны успеть. Команда аналитики, приступить к расчету двух червоточин в зону королевства. Начинаем расчет. Три минуты до формирования сверхновой. Две минуты до формирования сверхновой. Расчет первой червоточины готов. Мы вышли на дистанцию открытия червоточины перед целью? Никак нет. 15 секунд до точки. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. 5, 4, 3, 2, 1. Открытие. Начинаем второй расчет. Командор, минута до формирования сверхновой. До завершения расчета 45 секунд. Капитан, прыжок по готовности. Червоточину открыть 50 метров перед носом. Капитан, это рискованно. Подтвердите приказ. Подтверждаю. Расчет завершен. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Открытие!